Уже, наверное, война уже началась полностью. Это все ясно и понятно. Так что буду ждать. Позвонят, значит, пойду в военкомат. Уезжаю. Не эвакуация. Да? Вы не ждете, что будет? Нет. Путин объявил войну. Все, значит, надо ждать. Ну, вот сейчас собираюсь, маму вывезу, ну, а сам вернусь и буду смотреть уже по обстоятельствам, что если город будет бомбить, тогда.